В течение этих 10 дней есть очень много разных традиций. То есть мы, например, продолжаем перед каждой утренней молитвой добавить то, что называется слихот, дополнительные молитвы, которые в основном занимаются возвращением ко Всевышнему, прощение, побудить себя, простить с другим, и это сделать, не жда того, что они придут и будут спрашивать прощения, и спрашивать, что мы пробудились спрашивать прощения от тех, кому нам кому мы должны, а также прощение между нами и Всевышним. И также мы продолжаем с голоса шофар после молитвы. И еще много-много традиций, много маленьких добавок в молитве. Например, одно из них очень-очень красиво звучит вот так. «Бесефер хаим дераха вешалом» в книге жизни «Благословение и мир». «У фарнасатова» и «Благополучие, благосостояние» хорошее. Правильно. Не захвани катавли фанеха, будем вспомнуты и будем написаны перед тобой, перед Всевышним. Мы и весь народ Израиля.